так Жальгирис в четвертьфинале. От Тбилисского Динамо фрагменты первого тайма его игры с Киапазом, вы видите, уже отошло от субботнего поражения. Команда полностью доминировала в матче. Очень много атаковала. Вратарь Киапаза Садыхов в поте лица трудится. Очень много ударов. И вот гол на счету Иашвили. Он впервые вышел на этом турнире в стартовом составе. 12-я минута, 1-0. Тбилисцы, естественно, хотели решить все проблемы в первом тайме. Возможности у них были. Все тот же Иашвили с острого угла выходит к воротам, но переиграть его не может. И уже в конце первого тайма, практически в упор, бьет кто-то из тбилисцев. Я им сделал номера.